Исполнив волю Конрада, он отстоял независимость Хаммерфолла, но теперь должен был ответить за свой выбор перед императрицей. Томас Волк! Именем императрицы Кайлы Сокол, сложи оружие! Сдайся, и я сохраню тебе жизнь! Мне лестно твое предложение, но, увы, у меня гости. Ты так жаждешь отдать свою жизнь за горстку орков? Ты безумец, как и старый волк! Императрица великодушна. Очисти улицы от орков, открой ворота, и будешь прощен. Дважды повторять не стану. Томас искал совета у союзников. И я была среди них. Как и его дядя Конрад, он выслушивал всех и потом принимал решение. Значит, Сергей из Грифонов все-таки не погиб. Значит, он все-таки отправил свою армию и сам стоял в сторонке. Понятно. Спросите совета у союзников и решите, как быть дальше. Поговорите с Эллой, Белашей и Имарил. Имарил, ну что скажешь? Императрица требует, чтобы я сдался. Мне жаль, что так вышло. Если откажусь, предам отца, свой дом и империю. Конрад указал тебе путь. Слушай сердце. Они назовут предателем и его. Он поступил по совести. Теперь я знаю, что я дочь драконьих кузнецов и свободный житель Хаммерфолла. Конрад сделал то, что считал правильным, а не то, что ему приказали. Я знаю, кто я, и должен сам выковать свою судьбу. Я здесь благодаря Империи, но теперь я выбираю свой путь. Ну, в принципе, правильно, наверное. Так, Белаши и Элла. А вы здесь все рядом, да? Ну, Белаш это этот орк, да? Но его в последнюю очередь. Империя хочет вернуть Хаммерфолл, Элла. Они легко пожертвуют нами. Знаю. Прими дар от кузнецов. Наше лучшее оружие. Оно вам поможет. Вот за это спасибо. Опа, сколько всего-то. Неужели ты не боишься, что мы потерпим поражение, и вы потеряете эти реликвии? Проиграешь, проиграем и мы. Какие все достойные. Достойные всего причем. Ну, это лучше, чем быть Сергеем из Грифона. Ну, по крайней мере, таким, как его здесь описали. Так, плюс 5 к защите, 5 к духу, 6 к защите, плюс 5 максимальность перемещения гонителей, понятно. Плюс 5 к силе, плюс 6 к лидерству, меч широким лезвием, на котором выгравированы древние шентирийские благословения, выкопаны специально для Томаса Волка. Рукавицы хранителя, плюс 3 к урону героя за уровень, это нормально. Плюс 2 к здоровью всех дружественных существ. Плюс 5 к лидерству, плюс 10 к лидерству и к инициативе дружественных отрядов, ведущих дальний бой. И это у нас что? Плюс... Так, что это у нас заменяет? Я не вижу. Меч, наверное, видим, да? Или... Не заменяется в любом случае. Шентирийский ключ душ все еще у меня. С помощью него можно приводить в действие древние всякие штуки. Боюсь, битва не окончена, Белаши. И, как и раньше, мы в меньшинстве. Орки будут сражаться насмерть за рыцаря волка. Знаю, друг мой. Блин, ну реально Джон Сноу, прям видно по его благороднейшему просто взгляду. Сообщите о своем решении герцогу Грифону. Что, блядь, ему еще сообщать нужно? А куда, не подскажете? Ага, вижу. А, нет, я соврал, не вижу. Так, ну прежде чем я сообщу, я, во-первых, шахту завоюю, а в-четвертых, лесопилку и вот. В общем, все ресурсы здесь соберу. Потому что я собираюсь отказаться от того, чтобы выгонять орков, потому что Конрад был героем, я за него играл, я знаю. Я в его шкуре был, и так как я в его шкуре был, я был героем.
Вот. И никак иначе. Был бы кто-то другой, это понятно. Это не важно, какой-то Конрад. Кто? Чё? Кто? Вот. А я был героем. Священная империя. Так, типичная настроечка. Угу. Всегда сбрасывает это. Ты посмотри. А союзник, да? А это тоже союзник. Понятно. Я все понял. Я по карте-то вижу, куда мне идти. Я не вижу самого этого, блин, Сергея. Кто? И Марил. А кому сообщи? А, вот он, наверное. Ну да, точно. Итак, сынок, что ты решил? Сынок, ёпта. Вот мое послание Ее Величеству, лорд Грифон. Я, Томас из Хаммерфолла, клянусь защищать этот вольный город от врагов. Отведите войска с наших земель. Или отвечаете за свои деяния. Немыслимо. Ты позор своего дома. Встретимся на поле боя, предатель. Буду искать твой штандарт. Правильно поступил, правильно. Нагрудник хранителя. Так Томас сделал свой выбор. Его ждало последнее испытание. На кону была не только его жизнь. Многие рассчитывали на Томаса. Нифига себе, сколько он себе прям на плечи взгрузил. От магии света на 30% меньше урона. И так как против меня будут, скорее всего, люди, то, скорее всего, они будут использовать как раз-таки магию света. Ну, хрен его знает. Пока что, во всяком случае, пока что менять не буду, потому что у доспехов, которые сейчас у меня, плюс 5 к дальности перемещения. Так, я совсем упустил почему-то, что у меня, оказывается, есть города. Тот же самый Хаммерфолл. Слышь? А у меня и герои есть. Так, прежде всего. Так, вы уже по своим городам распределили. Ого. Как интересно. Но ты, слышь ты, и Марилушка. Отдай все, что у тебя есть, и сиди у себя в городе. Ты, блин, наместник, я помню, настрадался с тобой. Капец. Так. Блейдансеры, буду вас так, но опять же называть. Монашки. Арбалетянские. И солдообразные чувачки. А дальше что в Хаммерфолле мне стоит сделать? Новая неделя еще не скоро. Вот, арбалетчиков побольше нужно будет построить. Но сначала магистрат, я думаю. Это будет логичнее. Дальше, поселение орков. Здесь уже все прилично. И поэтому я тоже... Стоп, а орки они где? Прежде... Не, по заданию еще я туплю-то. Сергею Грифону удалось сбежать с поля боя при бухте торговцев и присоединиться к огромному войску империи, которую он и повел в очередную атаку на свободный город. Остановите врага любыми средствами. Победить Сергея и его союзников, не дайте врагу захватить все города и убить всех героев. То есть можно допустить то... чтобы он захватил там два города. Нет, но я все-таки постараюсь по чистоку пройтись. То есть не позволить ему ни хрена. Поэтому магистрат, нужен быстрый прирост денег. Среда с этого. Поэтому здесь следующий тоже магистрат. Так, а что ты здесь один такой одинокий? Ну-ка сюда. Так. Сейчас нужно вдуматься тщательно. Ай-яй-яй. Что ты творишь со мной? Что ты... Так. Укрепление второго уровня. Везде все построил. Придется играть за всех, это будет долго. Но это того, я думаю, будет стоить. Нужно как можно больше шахт и все такое. Выход из врат духов. Я думаю, как раз... Да, я думаю, как раз отсюда такие и придут внезапно, хоп, и появится здесь тварь какая-нибудь. Оу-оу-оу, сначала сюда. А, здесь уже все наняты, да? Прокачанные кентавры, это, блин, такая жуть.
Ну чё, Белаши? Интересно, я когда буду играть за орков, то я буду играть за Белаши. Если так, то это вообще круто. Хотя бы узнаю его прошлое. Так, это что, рудник? Вот мне что нужно. Все мне это нужно, ребята. А тебя как зовут вообще? Элла. А, точно, точно. Элла, кошкма, у тебя есть что-нибудь в городе? Арбалитянский, ну, в общем, да, денег сейчас нет. Пока что переждем. Лаборатория алхимика. Да, я думаю, не надо. Пока. Потом когда-нибудь. Нужен большой, гигантский просто прирост ресурсов, чтобы во всех городах сделать все. Это что у нас? Один страшный деле, арбалетчик, свирепый волк. Понятно. А это что у нас? Приносит... ну, понятно, склад, я помню, да. Ну, зайду. Спасибо. Это дорога в Хаммерфолл, здесь вард стоит, короче. Угу. И отсюда, видимо, твари пойдут. Ну да, мне нужно ту башню завоевать, чтобы... чтобы увидеть заранее, когда идет противник. Иначе подсосу я огромного, гигантского, невыносимо гигантского, вот. Угу. Так, Игрит, вернее, Морил. Что с тобой делать? Здесь ты можешь уже разведать территорию? Нет, а здесь больше некуда, да? Окей. Знаешь, что ты будешь делать? А? Разведывать территорию, вот что ты будешь делать. Я понимаю, у тебя армии нет, но потом Томас придет и все отвоюет и подберет. Так, а это у нас кто? Ну, блин, для тебя это понятно, что смертельное. Высокая, ты посмотри. И что мне с этим делать? Высокая. Это, как этот город называется? Это будто он и есть. На Black Forge. Стоит ли мне здесь магистрат строить? Я просто думаю, смогу ли я отразить атаку? Какие у тебя скиллы есть? Призыв подкреплений. Сможешь? Город с портал. Нужен портал. Окей, я понял. Зря, значит, я, наверное, это сделал. Но в любом случае тебе нужно отступать в город. Я попытаюсь, я, как представитель людей, я попытаюсь этот город защитить. Как можно сильнее. Для этого мне понадобится два портала. Здесь у вас есть портал? Отлично. Black Forge тоже портал. Есть... недостаточно ресурсов. Это прискорбно, да. Укрепление третьего уровня. Сама садись сюда, сажайся. Я не знаю, как ты, в общем, поняла, да? Или же нет? Ладно, сейчас. Пока они с той стороны нападают, значит, вот так сделаем, вот так вот, вот так, по сексу, чтобы, по сексу. Арбалетчиков вам дадим. Юстициаров. Монашек и легионеров. Вот, вам отдаем все. И сможешь ли ты призвать себе... Ладно. Пока что забыли про это. Томас, выдвигайся. Армия у тебя маленькая, но сделаешь, что сможешь. Какие-то твари здесь есть, которые... хотят со мной сражаться. То есть не присоединяться. Здесь война нагнетает. Они живут в моих владениях. И такие скоты. Так, я здесь завоевал. Здесь у нас что? Плюс один к защите. Но мне рудник в первую очередь нужен.
А, уже, что-то я, да, заспамил кнопочкой. Или, может быть, все-таки на помощь привести орка, если он успеет. Я думаю, вряд ли. Так, Игорь, ты иди разведай дальше. Надеюсь, никого злобного не встретишь, он тебя не убьет. Вот заодно вот здесь вот эту штучку подбери, нормально будет, да, нормально. Драгни, о, золотая шахта, ты посмотри. Кто ее хранит? Видно кто-нибудь? Ребят, а кто? Ну ладно. Посмотрим, что сейчас дальше будет. Угу. А что у меня там с защитой? Кто не знает? Ну так-то защита, ну нормальная. Да не очень, на самом деле. Десять ангелочков, но это без шансов. Правда говоря. Небесный доспех, ишь ты. Ишь ты, смотришь ты. Давайте танцуем, что ли. Так, у вас дальники кто? Арбалетчик и... и монашка. Значит... их нужно в первую очередь покусить. А слово фак. Что они и тоже сами делают. А, так. Урон 9.16. 14.31. У этого ауры очищения нет. 4 защиты, поэтому херачу. Отлично. Фортянский, давай, распортись. А, еще я кое-что упустил. У них двое чуваков могут перелететь и все тут. И забыть про меня. Защита. Подойди ближе. Ой, жопа сейчас будет. О-о-о, ну это все, это провал. Такая хрупкая стеночка. Не, ну так-то тут что? Опять что ли? Опять? Возмездие кончик. Когда они успевают ее повесить? Может у них такой скилл есть, который заранее до боя применяется? Не, ребят, я как бы все понял. Еще с этими ангелочками, это просто дичь какая-то. Угу. Ребята, как бы... А все, типа, я не могу ходить? Просто, то есть, смотреть, да? И все, да? А, ну. Я-то думал, что буду сидеть скучать. Спасибо, ребят. Достойное сражение. Нихера себе хони ходит. Так. Мой план, сможет ли он сработать? То есть так, да? Нет. Да, причем тут ближайший город? Я из всех городов хотел призвать. Ну ладно. Что ж с вами поделать? Да, Томасу надо все отдать опять. Серьезное. Что у тебя вообще, крошка? Что тебе по скиллам? Путы. Грозовой разряд. Какая-то хрень. Так ты, значит, за изначальную магию у нас? Коллапс, мгновенное перемещение, элементарий. Ой, ой, туманы. Но они все равно же сюда пойдут, правильно? Поэтому я их дождусь. Вот так сяду в крысу вообще. И все. Так, Игорь, возвращайся домой быстро. Забираешь это подкрепление на следующей неделе, приводишь Томасу. И только попробуй мне это самое, потому что и лежешь, и ЗИСИ на небеси. Низко будет сражаться. Ну, ребят, вы мне не нужны плюс один к защите. Это сейчас
Не айс. Мне нужен постоянный доход. А вот. Так, еще что? Здесь плюс один к силе. Так. Здесь еще... Нет, на самом деле стоило бы это все перезахватить. Вот эти вот всякие форты, чтобы там... Чтобы там еще дополнительная армия мне давалась. Плюс 20 к судьбе. Это подковка, я помню. Она может мне сейчас подъебать жестоко. Так, ну если сюда идет Томас, поэтому ты орк... Блин, чуть не забыл все построить. Поэтому ты орк, отсюда просто сваливаешь. Да по-хорошему. Монастырь есть. В смысле, могу построить. А, надо подумать. Ладно, построю монастырь. Орк. А, ты у нас что должен... Блин, я в этой армии не разбираюсь. Стоянка кентавров. Нормально. Улучшать орк кентавров, потом стоянку. Стоянка, нахера. Могу еще нового героя нанять. Непонятно зачем. В смысле, непонятно зачем, почему это нежить. Так, а у вас что? Магистрат. Да я построю, потому что я знаю то, что я их победю. Значит, ну все, пора. Денег мало дают мне. На три города категорически не хватает. Гнол, гарпия, орк, в неделю, хар, приснец бесплатно, окей. Я согласна, блин. Вы застакались? Отлично. Это он, мне дались прокачанные, а здесь прокачанных нету. Зато там есть гарпии. А что это такое? А, это просто, понятно, гарнизон. Так, ну ладно, пошли за ресурсами. А, мы уже не пойдем за ресурсами, а будем... Будем сражаться. Сражаться еще будем, как... Ребята, вы куда? Ребят. А вы куда? Томас, есть? Хорошо. Вперед. Да не сюда, ёб твою мать, какого... Сейчас же провал будет ебаный. А, небольшая для Томаса. Ну хоть что-то. Я уж в шоке сижу, думаю, какого хрена ворк? Здесь что, портал, что ли? Нет, я же специально построил портал, это же ближайший город, твою мать. Вот олень фееричный. Вот тебе на стрельбище построил. И Марил, а ты сможешь вот так вот пригнать вот так, так? А, так я все, наверное, смогу сделать. Могу же? Так, и Марил, сначала ты скатишь на всех парах и отдаешь всю армию. Я ждал этого подъема, на самом деле. Главное, чтобы он не на и Марил сейчас напал. А, так. На этих волчат отдавай. Да. Все, давай. Вот, а волчат вот эти вот себе забирай, ага. Волчат дичь будет. Будет дичь, потому что... Лишь бы он не наиморил, сейчас напал. Так, с тобой что? Добывай мне тут ресурсы. Потому что работаем-то не просто, а в команде, на всех. Пиздец, такой крик был, наверное, все соседи проснулись. Вот, голдишка нужен для всех городов. Опять же, едим из одной тарелки. Готовим в одной жаровне. Прикиньте, как живем, а? Вот, здесь еще одни, да? Кентава, песчаный всадник. Нормально, нормально все. Так, оленчик, да. Солнечные олени. Это мне не угроза. Вообще никак. Так, ну пока тот чувак убежал, ты здесь все это самое понаделай, ага. Как дурачок выражаешь, вообще капец. Ага, да. Так, здесь шахта была, я не знал. Да вы что, обалдели, что ли? С 15 тысяч за такое маленькое количество. Пустите, да, отпустите, перепутал кнопки.
Вот, ух ты, здесь сундук прямо здесь, ё-моё. Вот. Вот теперь интересно, вот эта тварь сейчас развернется туда, или же пойдет на... В общем, увидим. Еще одни. То есть вы все-таки хотите мои яйца тянуть. Сильно. Вы кто такие? О, это армия помощнее. Надо будет задание еще прочитать и понять, сколько у меня таких атак нужно отразить. А, это уже Сережа, что ли, идет? Или же просто его армия. Нихера. Кто-то крутой. Это. К чему я говорил-то? Долго ли мне нужно будет отражать атаку? Я тут сижу и гадаю, имеет смысл мне вообще отражать ее? В смысле, что-то сейчас стараться? Потому что в любом случае у них ангелы, вон всадники, они меня просто растеребонят. Ангелы вообще письмо снял только. Да, да, понятно. Не, ну как бы я ударю по ним, мало ли, сниму хп у кого. Давай по ангелочку, чтобы он напал и их было два. Сможешь? Нет? 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 Ну ладно. К оружию и к оружию. И вроде чистоты. Воскрешение мгновенно восстанавливает 150 единиц здоровья выбранного дружеского отряда и возвращает к жизни погибших существ. Ничего себе. Нормальный ангелок. А, да. Суицид. Да, совсем забыл. Жаркая катка, да? Прям вообще, прям пот. Как жаль. Чуваки, у вас нет какого-нибудь какого-нибудь огненного лазера, чтобы сразу по мне пульнуть? Я конкретно про этот гарнизон. По Томусу не надо, он классно. Ну, чтобы тяпнули по огненным лазерам, и вот, и сразу конец. Одна жизнь осталась. Жизнь. Угу. А вот это, видимо, уже идут... идут в орочье логово. Возвращается. Вот интересно, на кого эти две армии конченые нападут? Эх, интересно. Эх. Да. Поселение орков. Прям так и называется. Без всяких там Хаммерфолл, Штынский, Дикабздойд. А просто Хаммерфолл. Нормально. А у вас есть какое-нибудь там укрепление вот третьего уровня? Вот мне кажется, это классным. Без укрепления третьего уровня жизнь не... Не... Ну, понятно? Смотри, как близко скотина. Почти прибежал уже. Да бежишь, да? Нормально. Все, все в городе. А что у тебя за заклинание есть? У тебя есть... Вот, понятно? Что-то у меня клинит, я не могу. Так, Томас, значит. Тебе армию дали? Дали, а что ты не делаешь ничего? Сундук бесконечного золота. 1000 золота в день, так. И Марил, тебе сюда. Вот тебе в награду за твою храбрость и большущие сиси. Сундук с волшебный. С антилопы. Из антилопы золотой связан. Раз в неделю сообщает вам полезную информацию за некоторую плату. Да нет, спасибо.
Можешь догнать? Нет? А ты вот здесь, да, постой, пожалуй. Будет подкрепление, и сразу же можешь выдвигаться. Дальше. В следующем городе мне нужно, чтобы уже штамповались, хотя нет, придется построить стрельбище. А вот в Хаммерфолле мне нужен, наверное, будет Капитолий. Сколько он дает? 2000 единиц золота в день. Да? Или же аббатство построить? Я все-таки Капитолий, да, по-любому. Так, дуй, дуй вперед. Оп, сюда. Быстро, быстро. Вперед. Стоп, а где там была армия? Здесь-то понятно. А, значит, что-то напутал. Джон Сноу. Подойди к вышке тогда уж. Завоюй ее, чтобы все было видно. Вот как хорошо. Здесь что у нас? Арбалетчик, страж, свирепый волк. А здесь хранитель, кавалерист. Вот это мне вообще все нужно. Капец. На коль ты здесь? Хотя серьезно. Ты вообще, я думаю, спрячься в городок. Да посиди в нем. Отлично. Они не хотят нападать на города, в которых есть и герой там сидит, вот, и стены стоят, и вообще... Блин, еще подходит. Количество звездного серебра, получаемого на метеориту из метеоритных кратеров, удваивается. Ну че, сучки, сейчас вы будете иметься сами. Нанять. Не могу. Нанять. Денег вообще пруд не прудит. Вообще ни в какую не прудит, тварь. Ну капец, ну это же не капец, что это. Вот. Вот так, вот это вот. Нормально. Все равно высоко. О-оу. Валенка. Валенки. Куда одна армия исчезла? Мне не показалось? Ну ладно. Мне не показалось. В смысле, показалось, наоборот. Так. Значит, иди здесь. Блин, по деньгам на самом деле пипец. Из золотой шахты не видно? Вот здесь была золотая шахта, а я к ней не пошел. Потому что... Почему? Потому что дурачок. Так. Ангелочки, это вы здесь, да? Угу. Я имею в виду те, которые сексуальные, конечно, да. Сумрачная шахта. Я просто думаю, неохота мне за нее уходить куда-то из города, потому что растеребонькают, как не знаю кого. Ходи лучше, вот возьми что-нибудь. Нормально, вот теперь семья тобой гордится. Собственно, все, да? Денег нет. Угу. Очканули, потому что в полной боевой готовности, заметьте. Кстати, ангелок вот этот пролетел, герой ангелок, а за него были лошадиные следы. Разве это не прекрасно? Священная империя, мать их. Так, 9000 с трех городов. Да вы что, шутники, что ли? Я нахрена вообще Капитолий строил? Вашу мать. Так, ладно, Томас, у тебя важнейшая сверхзадача. Успеть добежать до золотой шахты, пока не начались неприятности. Драгнила, извините, но как бы это всего лишь игра. Что-то я их обнадежил. Ну ладно. Они же все подохли все равно. В смысле обнадежил? Ну, и обнадежил тоже. И успокоил. И, да и вообще. Вот. Сходи. Ой, стоп. А это что я забыл? Ага, 4000. Незначительно. Ну, схожу за 4000.
Придется сражаться, ведь без быстрого боя не обойтись, да? Вернее, ну понятно. Но 4000 голды мне сейчас будет очень кстати. Так, чего? Ни хрена себе, еще небесный сисястый доспех есть. А сколько ты у нас дефаешь? 234 урона. В начале следующего раунда к призванному отряду подавляется еще плюс 4 от изначального количества призванных элементарей. Вот она что. Дальники у вас кто? Не вижу. Вроде только один, да? Ну, пусть танкует, крошка моя. Водяной, отлично. Вперед. Отлично, красопеток. По дальнику. По дальнику же? Кто он самый крутой? Вижу. Ага, легионер вот у нас есть. Да и, в принципе, никого нового. По дальнику давай, да. Отлично. Не, элементари, я всегда уважал их. Молодцы ребята, работают вообще нормально. По красоте, на. На, она не прокачана без второго удара. Какой стыд вообще. Чё она здесь забыла? Опа, опа. На! А, я думал, больше нанесет. Оу, оу! Ты чё? Я думал, мне профартило, или чё это? Почему был значок профартянского? А уничтожить-ка, а? А давай-ка еще разок на пассажок. Красава, нормально вообще. Моих солдафонов жалко. Ну ничего, я найму еще. Это еще лошадка в игру не вступала толком. Вот ублюдки, блин. Так. Кого казнить? Думаю, вот этого упыря или этого. Этого, наверное. Нет, этого лошадка загнобит. Значит, этого. Мало, ребят, мало. Сисястый доспех. Отлично, отлично, работаем. Супер удар. Красавец, чай. Что за бред? Нормально. Все терпимо и это, ну, естественно, нормально, потому что точки-то не особо прохаваны. Слабая армия. Что тут говорить-то? Сисястый доспех тащит. Сколько он сдержал урон-то? Ну ладно. Чего 88 осталось? Так, кто из вас самый красивый? Думаю, ты, да? Да, уничтожить. О-хо-хо-хо. Как хорошо-то. Разозлился, не убил. А, блин, тварь. Ну что, волчара, пора и с тобой сесть в доспех. Сколько там осталось? 88. До сих пор. Нормально. Ой, сейчас будет больно, наверное. Я ничего не видел. Ладно, так, все окей. На! Что это было? Почему тот чувак сдох? Я что-то не понял. Аура очищения, воодушевление к духу. Существо может ответить на атаку дальнего боя. Я ничего не понял, но ладно. Походу сердечный приступ был. Четыре тысячи голды и еще что-то. Что-то еще. Жажду ты мне... А, вот, да. Плюс 5 к лидерству. Нормально. Драконья сталь. Наверное, лучше сначала сюда сходить. Я не могу, прям разрываюсь. 14 рублей у меня. Стоит нанять всех. Но сначала прокачать, наверное... Блин, надо это сделать. Надо. 3500. Я вижу, дорого, но нужно.
потому что вести подкрепление без прокачанных чуваков не нужно, вот. А мало вообще, капец. Что это за гонивое неподкрепление? Так, Томас, ты где? К тебе едет Имарил. Шская дефис Светозара в Рова. Дзе. Не-не-не. Какой там? Серьезно? Да, и средняя? Не надо. Я пошутил. Все. Вроде все. Ты сидишь дома. Сказал, сиди дома. Я просто на тебя нажал. Сидеть на. Отдыхает, вижу, да? Кстати, я вижу обелиск. Значит, здесь можно тоже слезу Аски забабахать. Но факт в том, что это единственный обелиск, который я пока что увидел. И это значит, что другие обелиски вообще где-то в другом конце карты. Нет, возможно, где-то еще здесь есть. Допустим, вот здесь где-нибудь. Вот здесь дорожка идет. И наверняка здесь есть. Так, Имарил. А, Имарил. Ну да, это уже человеку подкрепление. Человек ждет. Он не просто там за свои сиськи тянет, как ты, а ждет человек, хочет жить. Ну вот видишь, ну. Ну видишь, ну она поняла, нет? Ну ладно. 9000 рублей. Это охренеть как мало. Так, на волчат вообще пофиг. Это то же самое, что дубражские либо писюльки. Так, вы что храняете, ребят? Незначительно, неважно. Убить. Неважно, что у вас, отдайте. Король новый едет, ёп. Так, блин, я случайно, видимо, нажимаю на значок, чтобы он свалил с города. А так. Ну, нужно орк прокачать, а то что, я их просто так нанимаю и... Вот так будет нормально. Дальше вы... Какие? Всадник на Василиске, а вы всадник на Василиске. Всадник просто, да? Значит, нанимаем. Теперь вы стали еще сильнее, но недостаточно сильные, чтобы... убить всех. Вот. Мне эта шахта нужна, надеюсь, сюда никто не придет и не убьет всех. Отпустите, ребят, идите с миром, тем более мне минус удача для своих войск не нужна. Кто вы такие-то? Ага. Ага. А это что такое? Максимальная дальность героя повышается. Хорошо, хорошо, ладно. Вампиры, вообще пофиг. Что бы вы там ни делали. А нет, я просто на него нажимаю, он тварь высаживается с города. Ну не петушок, а? А нет, наверное, все-таки петушок, да? По моим землям, мать твою. О, а мне кажется, я в западню попал. Кстати, нужно проверить задание. Нужно их всех просто перекомпостить, вообще всех. Либо что-то определенно сделать. Победите Сергея и его союзников. Ага. Ну, мне кажется, что... Куда ты будешь телепортироваться, вот мне интересно. А, это призыв подкрепления. Ошибочка вышла. Незначительная. Да убей ты их, что ты прям боишься-то, ну? Я не могу. Ой-ой-ой. Стыд, срам, позор. Ну что, твари? Готовы? У меня огненная стрела еще есть, но я просто хвастаюсь перед ними. Призыв элементарей. Да и не надо, в принципе. Вот мгновенный телепорт. А кого мы будем телепортить? Я думаю... Да, лошадку. Вот прямо вот сюда. Здрасте. И такой переполох. Что? Что это такое? Вот, отлично. А теперь по дубравским нормально войдет. Ну, хорошо. Нормально работаем. Лишь бы... Только дождись, лошадка, следующего хода, чтобы...
Я сейчас этот доспех повесил. То можете подохнуть. Тихо. Что, разорались-то? А, я хожу, да? Прыжок во времени, класс. Месть природах у них есть. Посмотри. Это же бренд Веслота. И Данан. Так, ну это-то понятно, легко было. Но, блин, это какой-то вообще посреднический герой был. А это кто? Тоже незначительный. Ребят, вы... Ну, вообще... Так, Hammerfall. Что здесь? Мне нужно что-то жесткое. Вот лаборатория алхимика, и еще мне нужно где там. Хотя не нужно мне это, что гонит. Смотровая башня. Ну ладно, построю. Даже. Блин, я даже не знаю. Ну ладно, построю, ладно. Не хочется капец денег тратить. Такой жмот я, пипец. Вот здесь мне нужно нанять войска. Охренеть! Войск-то нету. Нанять всех. Могу? Смог. Yes! Вот это я. Так, еще там это самое, вот там вот это. Понятно. У тебя только одни волчата. Вообще, стой здесь, никого не трогай. А может, ты чем-то помочь сможешь? Ладно. Ладно, все, иди. Иди. Томас. У тебя тут плюс 20 к судьбе лежит. Я не помню, но вроде это орк тебе отвоевал. Плюс 5 к защите, духу большой щит. Да к судьбе лучше. Какой там? Очков опыта у всех по нулям? Просто проверить, мало ли. Ну, у всех тух всех, ладно. Шахта моя, да? Окей, отлично. Это тоже все моя. Да. Смертельная. Я бы хотел на самом... Ой, блин, жопа на самом деле. Мне сейчас будет жопа, просто жопа будет. Я бы хотел объединить две армии. От Эллы и Томаса. Вот это было бы круто. С тобой у нас что? Тебе тоже нужно всякие штучки понастроить. Оставить сломанных мечей. На следующие три боя существа в армии героя получают плюс 1 к дальности перемещения, плюс 5 к атаке. Да не надо мне это. Плюс 24 гнула охотника. Вот это нормально. Я сейчас построю, потому что потом забуду. Так, мне кажется, нет, все-таки не пошли, да? Я думал, с орком сейчас покончено будет. Или с Эллой, или как там? Это просто мимо, это незначительно. А вот эта тварь сейчас уйдет уничтожать меня. Это меня сильно пугает. Неужто так быстро все это произойдет? Успеешь добежать? Не успеет! Телепорта ведь нету! Пипец. Вот это я... это была большущая ошибка. Нахрена я сюда попёрся? Потому что Джон Сноу звонит колокола. На помощь скачу. Я самоубийца, ебать. Нет, а выбор-то какой? О боже мой. Так, это вот сейчас ухайдох и тупо для устрашения. Видишь, мы твоих там отхерачили. Их было целых 31. Всех положили вообще. Слив. На самом деле, как-то... Как тебя зовут? Я все время забываю.
Элла, Лайла, нет, не Лайла, в общем, понятно. Она хоть как-то может вытащить, потому что у нее есть призыв элементарей тоже. И телепортейшн есть. То есть можно застать противника врасплох и убрать вообще хотя бы один шанс в общем, на дальний выстрел их лучников там и так далее. Да, чувак, молодец. Я с другой стороны... What the fuck, он сблизи с лука стреляет? Кто-то... А, нет, это было не сблизи. Или сблизи, не важно. Так, а чё, может ты сразу нападешь? И мы с тобой, порешаемся? Ай, больно-то как. Больно даже это видеть. Блять, пиздец. Там же просто дичайшая армия. Просто дичь. Ну что, Элла? А давай так. Скачи отсюда. Просто иди. Никто не увидит. А ты отвлекай на себя внимание. О, я здесь, слушай. Бейте меня на... Незначительно его уничтожить! Просто окружаем тварь! Потому что победить мы его сможем только сплотившись, как команда настоящая. Бравые чувачки в шортиках. Кто ты, чудовище? Небесный доспех. Ты посмотри, отчаянник, и вот вообще как хрень какая-то, на самом деле. В смысле, хрень скиллы у орка. А может он слабо дает нормально? Дальники есть? Есть. Уничтожить. А, это сисястый доспех тоже. Избранник света. Куча ко всему. И максимальный урон наносит. Тупырь. А у тебя что? У тебя нет сисястый доспех, отлично. Уничтожить. Нормально, нормально, нормально. Детки, плевок еще от гнола охотника. Пырнули ей на... Вот. Я чувствую, вот этих вот фурий будут как раз таки пинать. Сейчас. Они все в танковой по полной. Вот кентаврихи, это просто это чудо рождественское, на самом деле. И она умеет еще... Да? Нет? А, она просто ходить потом может. А герой... Что? Что? Атака героя. What? То есть я героем применил на нее, типа атаковать, я ей предлагаю, а не бежать. И она второй раз может стрелять. Чё? Что? Подожди, стоп. То есть она еще бежать может? Что происходит вообще? Не, кентаврики это всегда было дичью. Всегда все время их ненавидел. Так, ну охотник, по дальнику. Вперед. И еще раз вперед. Ну и верно радуется. Здрасте. Я мистер Орк, а вы мистер Дубравская с конченным сисястым щитом. Так, а вы у нас не дальники, да? Ну да, обидно. Давай, покажи, на что способен. Давай, давай. А, молодец. Поверил, главное. Кому ты веришь? Вот это было больно. Так, давай-ка по арбалетчикам засади, да поглубже. А тут тварь какая, убил одну штучку моих. А, так. В бой. Не, а орки нормально, мне нравятся, а чё? Небо от каждой фракции.
легендарному существу. Я молодец, в смысле, по большому количеству. Так, мне дались предметы, которые все сразу же наделись. 8 к магии, 10 к инициативе всех. Затраты маны, 12 к магии, уменьшает затраты маны. Блин, какого-то мага, что ли, убил конченого. Факт в том, что сейчас как кто-то умрет. И выигрышной ситуации здесь нету никакой. Не, ну конечно, Томаса убить я не позволю. В любом случае, даже если на него нападут, то я выиграю. Я на это надеюсь. Вот, сейчас нужно подумать тщательно, мгновенно. Нет, Хаммерфолл пока что в безопасности, пусть все хорошо там. Так, гильдия воров, все подумаем. Набор совета, портал. А здесь портала нет, Тупо, ребят, тупо. Ладно, тогда уж в Хаммерфолле построить надо что-то. Допустим, побольше аббатов. А у орков, наверное, Василиск либо Виверна. Вот Виверна, это они молодцы. Виверна вот молодцы. Ничего про них плохого не могу сказать. А пещера Василисков. Да, спасибо. Все, в ноль вышел. У человека будет пипец. Вот чат пипец будет. Ой, прощай. Элла, прощай. Ты бе пизда. О, боже мой. Просто дичь. Призыв элементарей номер 600. Дальники есть у вас? Не вижу. Сейчас, секунду, аббата вижу только. Арбалетчиков нет. Аббатов 62. Нормально по курсу. ММВБ. Давай сюда. Воздушно, то, что нужно было. Так. Давай сейчас. И на! Тварь, я выдержал. А, у меня не прокачанность, у них. У них молодцы были, понятно. Неплохой врыв был, да. Божественный. Нормально, конечно, кромсаем. Но недостаточно. Ёперный кибастос. Нормально, зато лошадок почти половинку зубил. Блять, это пиздец. Прощай. Да, тут вообще без шансов. Вообще. Просто надо как можно больше урона внести, чтобы эти твари знали, с кем имеют дело-то. Ёп. Сейчас Томас из Гильдерланда придет и... Какого хрена он назначил дает? Что, дура, что ли? И столько аббатов, блин. Если бы я передал всю эту армию Томасу, то вообще было бы... Было бы круто, да. Какого хрена у них так много урона слабо? Это просто жесть. Все, это слив. Это ебаный слив. Если они даже не боятся Томаса, то что ж тогда делать? Забафились, уёбки. Ты посмотри. 90 единиц урона у меня. Блин, это пиздец. Сдерживает сисястый доспех. Ну это ж не стыд, разве? Что ли? Вот вас возмездие, ну что это за... Что за... Ой, блядь. Надо было на самом деле мне магию света учить, да и все. А я ее не учил вообще. Мгновенное перемещение. В пределах 3 лет. Вы шутники, что ли, волосатые? Так. Не, ну что делать? 24 с руки. Ну давай по аббату пошлепни. Хоть так.
тебя, ну что, я забыл. Существует такой цель вне зависимости от расстояния. Ответный удар не наносит. Атака увеличивается на плюс 5. Защита снижается до 0 до конца хода. Можно использовать один раз за бой. По бату не можешь? Было вот так здорово, ебать. По лошадке, да. Да. Ну, собственно, прощай, да? Ожидание. Ожидание. Прощай, да. Пиздос. Сколько у тебя урона? 48. У меня 34. Какого хрена? Сколько же у него бафов гребаных там вещей всяких конченых. Просто дичайший урон. Мне его, сука, никак не рассекретить. Уничтожить. Троечку. Ну профартись, может, нет? Так, ну вам еще будет пиздец полный. Ну ладно уж. А, не, нормально. Нормально, ты посмотри. А может еще вытащить ей эту катку? Так, ожидание. Подхилил, паскуда тварь. Нет. Еще этих фартит. Ой, что вы сбой. Прискорбно. Я бат конченый. И стреляй по аббатам, вот упырь. Ну нахера ты по ним-то стреляешь? Вон там есть... Хотя мертвый конь лежит, ну. Я сейчас ими ударю, будет моим кобзда. Полнейшая. Ну, конь на то пошло. Я думал, вообще с ваншотом. Вот так. Не, если Томас сдох, это же дичь. Это гонево. Вообще полное. Бля, у них еще птица есть. А нахуй. Заебали, так можно, это просто пиздец. Это просто пиздец. Подожди, там 4 страницы целых? А нет, показалось. Ебаная дичь, вот что я хотел сказать. Ебаная дичь. На нахуй, вот. С каким удовольствием я это говорю. Ё-моё. На самом деле, если бы я совместил две армии, шанс был бы намного больше, чем сейчас. Я ничего не вижу. Я не вижу ничего. Ага. Намного больше был бы шанс. Тварь. Убить нахуй. Профартило, это шанс, шанс выпал, шанс. Отойди подальше, сейчас там придут твари. Да хорош, ребят. На самом деле это дичь. Ну, я это уже который раз повторяю. Дичь, потому что я лучше загружусь за два хода до этого. Да иди ты нахуй своими скиллами, уёбок. На нахуй. Чё, сука, пошёл нахуй отсюда. Бля, как же он больно бьется. Его каждый раз фартит.
Что за хуйня? Ай, блядь. Герой, ёбни по нём как следует. О, молодец, нормально. Ну еще 100% урон, ну ёбни, пиздец. Сука.